Петр очень сильный боец, универсальный боец. Он, несомненно, хорош во всех аспектах. Но я отсмотрел несколько его боев и отметил кое-какие пробелы в технике. Я уверен, что мой бокс и в целом моя стратегия ведения боя намного более эффективна. Что касается стилей, у меня в рекорде много побед, притом побед нокаутом, так что я думаю, что фанат увидит зрелищный поединок. Единственное его преимущество в том, что он привык к пятираундовым боям. Он привык доминировать на протяжении 25 минут, но я не позволю ему этого. Я буду идти вперед, я буду идти за нокаутом или буду пытаться провести болевой. В общем, то, что я делаю в каждом своем бою, я думаю, что это будет яркий, добротный поединок для фанатов ACB. В своем дебютном поединке ты показал по-настоящему нон-стоп стиль, ты шел вперед, без устали прессинговал, но Петр Ян известен своими контратаками, он очень силен, работая вторым номером. Намереваешься ли ты изменить стиль ведения боя, или ты будешь придерживаться его же? Я не думаю, что смена стиля была бы хорошей идеей. Вообще, в любой стратегии против любого оппонента самое главное — это найти адекватный ответ на его действия. Ян — это боец, который здорово контратакует. Это очень техничный боец. Но я думаю, что не уступаю ему в технике, и плюс я более взрывной, и мой стиль более ориентирован на нокаут. И к тому же, на данный момент у меня безупречный рекорд. В карьере я одержал 11 побед, 6 из них нокаутом, 4 болевыми приемами. И я считаю, что веду свои бои в более агрессивной и доминирующей манере. Так что я буду пытаться забрать каждый раунд, и в каждом раунде буду пытаться нокаутировать его. Так, и последний вопрос. Что для тебя значит возможность стать первым бразильским чемпионом ACB? Эта возможность очень многое значит для меня. Это, несомненно, станет главным достижением моей карьеры. И с самого детства я мечтал, чтобы меня признали как бойца. Я всегда хотел вписать свое имя в историю нашего спорта. И завоевание пояса еще сильнее укрепит мою мечту, мое желание, мое стремление одерживать победу всегда и во всем. Я у себя в комнате на стене повесил фотографию. Фотографию Петра Яна, чтобы каждый раз просыпаться и говорить себе: это моя цель. Когда я выиграю этот пояс в России, начнется новая эра, эра Матеуса Матоса. Обычно к своим боям основная часть подготовки так получилась, что прохожу в Таиланде. В целом все прошло нормально. Я думаю, что бой покажет, в какой я форме. Я иду только за победой, как и во всех боях. Я иду только побеждать. Там мне разницы нет, кто там Матос, там не Матос, без разницы. Я выхожу не драться ни на баллы, ни на очки, ни там не так, что кому-то нравится, там, как я дерусь и так далее. Я делаю то, что я умею, что у меня получается делать. Я выхожу и бьюсь. То, что у меня внутри, в душе, в сердце, я это делаю, то, что мне хочется делать. Я люблю это дело, люблю драться. Поэтому я постараюсь показать зрелищный бой и надеюсь, что он запомнится вам.
Матеоса Матоса. Херб Дин, рефери этого поединка, дает инструкции. Ну и еще несколько штрихов к портрету Петра Яна. В последнее время он перебрался в Москву, тренируется в клубе «Витязь Файт». Ударную технику ему ставит такой признанный мастер, как Руслан Кривуша. Ну а что касается партера, то здесь с Петром Яном работает обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу Андрей Оксибринский. А так как выступает Петр Ян недавно, то мы были свидетелями практически его развития как бойца. Он обладает невероятной, нестандартной техникой, просто выдающейся выносливостью. На протяжении 5 раундов может выдерживать отличный, очень высокий темп. Мы посмотрим, что предложит своему сопернику чемпион в первом раунде. Пока что просто прессингует без ударов Петр Ян. Да, и Петр Ян очень легко перестраивается по ситуации. То есть, будь то партер, будь то стойка, везде чувствует себя одинаково комфортно. Есть лоу-кик по внутренней стороне. Пока что присматривается к сопернику Петр Ян. Ни одного удара в его исполнении мы еще не увидели. И вот первый мидл-кик точно в цель слева, зашел в область печени. Джеб на скачке выбрасывает Матеос Матос. Продолжает прессинговать, поддавливать Петр Ян, раздергивает. Хороший, мощный удар по корпусу справа. Попробовал выбросить Матеос Матос мидл-кик, но рассек только воздух. Продолжает напирать Петр Ян, поддавливать. Да, заставляет нервничать своего соперника Петр Ян. Застаивается Матос сейчас на ударной дистанции. Петр пока что не врывается на ближнюю. Да, все-таки стоит отметить самообладание Матеоса Матоса. Он не бросается вперед, очертя голову, несмотря на все давление Петра Яна. Вот сейчас хороший удар слева по защите в исполнении бразильца. И попробовал сейчас левым боковым, простите, правым боковым дотянуться Петр Ян. Правильно, внимательно смотри, чаще, Джеб. Есть мощный мидл-кик от Яна. Да, хорошо сработал Петр Ян. О, еще одна комбинация, но здесь размен. И уже второй раз Матеос Матос достает Яна левым боковым. Да, пока что самое грозное оружие бразильца. Его удары слева. Хорошая сейчас комбинация, завершил которую Ян правым. И сейчас опять правый кросс. Точно в цель в исполнении Яна. Очень много движения в этом поединке. Много обманных финтов. Хороший, неплохо, неплохо зашел лоу-кик сейчас у бразильца. Да, и что главное, неожиданно. Мидл-кик левой ногой в область печени. По касательной пришелся этот удар в исполнении бразильца. И хорошая двойка. Матос попал справа. Начинает активизироваться Матеос Мат. Матеос Матос. Тем временем менее 2 минут остается до окончания раунда. И очередная комбинация в исполнении Яна. Да, великолепная связка. Мидл кик и тут же двойка с рук. Да, очень аккуратно Матос держит правую руку внизу, прикрывая печень. При этом прекрасно защищается за счет движения. Пробует сейчас забрать инициативу Матеос Матос. Прессингует бразилец. Попал сейчас справа. Ушел с линии атаки Петр Ян. Хорошо сейчас с левой. Точно пробил Ян. Сразу же поменял стойку. Из левши продолжает работать. По корпусу точно пробил Матеос. Последняя минута. И хорошо сейчас достает справа Петр Ян. А вот повторно не получилось. Поднырнул бразилец. И ожесточенный размен. Вы увидели, прессингует бразилец с мидл-кика. Заходит он в эту атаку справа. Контратакует Петр Ян. Меняет стойки. Вот еще одна комбинация в исполнении Матоса. И точно по корпусу попал
Вообще оба спортсмена инвестируют в удары по корпусу постоянно, пытаясь замедлить друг друга. Был тычок в глаз, судя по всему, но бой продолжается. Скользнулся бразилец, идет вперед Петр Ян. Достал слева. И вновь размен на ближней дистанции. Ваша поддержка, Москва! Итак, друзья, это чемпионский бой ACB 71. Второй раунд. Матеос Матос, Бразилия, против Петра Яна. Президент против обладателя титула. Идет такое обоюдное раздергивание сейчас. Ну и вот начинает набирать Петр Ян. Присмотрелся к сопернику в первом раунде, причем выиграл. Внимательно смотрите. Еще больше нападание от Петра Яна. Бразилец теперь включается.
Поединок. Впрочем, все уже возобновлено. Продолжает теснить прессинговать Петр Ян. Хороший удар по корпусу скачки от российского бойца. Последние секунды второго раунда. Петр Ян подпишет с ACB новое соглашение. Да, действительно, по большому счету раскрылся Петр Ян в ACB. Стал чемпионом, одержал множество ярких побед. Бойцы на середину.
Ladies and gentlemen, we have time. Время остановки боя 2 минуты 27 секунд третьего раунда. 2 minutes and 27 seconds of round number 3. Одержал победу нокаутом и остается чемпионом Лиги ACB в легчайшем весе. Your winner by knockout victory and still ACB Bantamweight Champion Potter No Mercy Young! Петр Ян подтверждает свою репутацию настоящей машины для истребления бойцов бешеного стиля в легчайшем дивизионе. Слово победителю! Сохраняет за собой чемпионский пояс. Петр! К великой радости победителю! Секундантов и тренеров. Извините, хочу сказать всем. С самого начала своего спорта хочу поблагодарить своего самого первого тренера, с которого начал заниматься, Николай Николаевич Суржиков, который привел меня в спорт. Дальше я хочу поблагодарить своего тренера по боксу Демченко Юрия Владимировича, Яцина Юрия Васильевича. Влада Потатушкина. Огромное спасибо хочу сказать человеку, который на долгом времени мне очень сильно помогал в сложные моменты. Это Шмачилин Виктор Александрович. Огромное спасибо тебе, братан. Огромное спасибо хочу сказать своим родителям, своей семье, своим близким, всем, кто меня помогает. Огромное спасибо хочу сказать Косте, он сегодня здесь. Он мне тоже помогал. Спасибо большое, Костян. Огромное спасибо организаторам Лиги ACB, Майербеку Салбековичу, Ерыге Гитаеву и всем матчмейкерам, моему залу, который я сегодня представляю, Витязь Файт, Руслану Алексеевичу, который помогал мне к этому бою. Всем-всем, кто сегодня пришел поболеть за меня, Динамо, спасибо огромное! Я вас люблю! Всем спасибо! Петр, no mercy, Ян!